Ситуация в проект. Вы сдаете клиенту проект, а он просит внести несколько изменений, при этом не мотивирует их ничем, называет причины вроде «я посоветовался с женой, она в этом немного разбирается». Когда вы продолжаете задавать вопросы и приводить аргументы, клиент говорит, что как заказчик он настаивает. Что сделать? Включить у себя в голове тревогу. Если клиент уже перешел к прямому давлению, чтобы защитить свой вариант, значит он или не вполне адекватный, или вы не смогли разобраться в сути его замечания, а он уже не хочет тратить на вас время. Затем имейте в виду тупое правило – неадекватных клиентов не бывает. Хитрость. Не спешите защищать свое решение, даже если клиентское вам кажется бредовым. Включите режим лейтенанта Коломбо и задавайте вопросы. А чтобы найти список хороших вопросов, загуглите главу «Как согласовывать замечания» из книги «Управление проектами, людьми и собой». Опасность. Если тупое правило не сработало и вы наверняка выяснили, что замечание клиента нерациональное, не свалитесь в одну из двух крайностей. Если вопрос для вас принципиальный, не съешьте говно. А если не принципиальный, то не сражайтесь с клиентом просто ради того, чтобы все было в проекте по-вашему. С вами был Николай Тавировский. Смотрите советы по управлению и становитесь круче.